В самарских парках и скверах теперь нельзя будет разогнаться на арендованных самокатах. Скорость движения там ограничили до 15 км в час. Соответствующее соглашение заключили городские власти с компаниями, которые оказывают услуги аренды самокатов. Это соглашение, оно устанавливает некие рамочные правила игры для Самары. Мы определили те места, где скорость перемещения самокатов должна быть ограничена до 15 км в час. Это мы взяли по перечню все наши скверы, парки. А также в этом соглашении будут определены территории, где двигаться на самокатах нельзя в принципе. Пока мы только взяли по перечню все городские кладбища. Наверное, это не место, где нужно перемещаться на самокатах. Но мы не говорим, что на этом вот поставим точку, потому что это будет живой документ. Мы по ходу работы, если у нас будут возникать какие-то там новые варианты, мы будем дополнять эти перечни. Изменения кикшеринговые компании внесут в саму программу, которая регулирует деятельность самокатов. Поэтому на арендованном транспорте самокатчики физически не смогут разогнаться. Жители Самары такое ограничение скорости только поддерживают. А насколько мне известно, для того, чтобы сесть на самокат и поехать, не нужно никаких ни прав, ни знания правил, ничего. То есть хоть как-то, в любом случае, это движение надо ограничить. Это как минимум опасно в неумелых руках. Поэтому я целиком и полностью за ограничение такое в парках. Да, я думаю, что будет лучше, потому что все-таки дети маленькие могут выбежать, и просто компания может идти, чтобы все было комфортно всем. Иногда, да, смотришь, дети гуляют, и пожилые люди, и они очень сильно ездят, быстро. Можно, да, я думаю, что можно. Также самокатом будут ограничивать движение при проведении массовых мероприятий в Самаре. Если речь идет, например, об ограничении движения, ну, какое-то массовое мероприятие на площади Куйбышева, значит, вот самокаты из этого периметра исключаются. Если проводится какое-то массовое мероприятие, где связано там с наплывом граждан, и если там где-то возникает тема самокатов, что они припаркованы на тротуаре, там где-то они так стоят, что могут помешать движению вот этого большого человеческого потока, мы этот вопрос также отрабатываем с компаниями, которые предоставляют услуги аренды, указываем, как, куда нужно убрать, переставить эти самокаты, чтобы никаких помех они не создавали, чтобы вот они существовали, но в цивилизованном русле. Напомним, что на федеральном уровне госавтоинспекция вместе с Минтрансом разрабатывают положения, которые будут регулировать правила пользования электросамокатами во всей стране. С данной категорией передвижных средств обещают разобраться до конца этого года. Самарские власти пошли на опережение, чтобы обезопасить и пешеходов, и самих самокатчиков уже сейчас. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.